Итак, сегодня у нас путешествие с города Дамбола к горе Педурангала. Это такой недорогой близнец Сигирии. Дорога от автобуса, который пришел в деревню Сигирия, ведет до горы Педурангала 3,5 километра. Вот такая вот грунтовочка. Вот. Сегодня у нас дождик, по дороге обезьяны. Вот. Возможно, мы и ничего и не увидим. Это мы узнаем немножко позже. Да? Да. Посмотри направо. Да. Справа археологические раскопки здесь ведутся. Старые пагоды. Ну, нам не сюда, нам чуть дальше. В общем, пошли смотреть. Так, вот мы добрались к подножию. Здесь люди. И начинается подъем. Пока такая лестничка идет. Здесь такие буддистские святыни всякие. Колокол. Дом в скале сделан. Как в Сигирии. Наскальные рисунки. Так. Я не знаю, может это туда. Дорога ведет по лужам. Ступеньки все в воде. Вот и идем по ручьям. Ну хоть не сильно скользко, да? Идем туда. В общем, дорога такая нелегкая. Скользкая, везде ручьи. Мало того, вот Лена между камнями вообще стоит. Вот так вот под камешками мы идем. Такие валуны нереальные. Вот и путь вверх идет. Это вид сверху. Мы там только что прошли между камешками. Да, везде ручьи бегут. Все утро шел дождь. Пришел циклон. Так, дальше будем снимать. Мы поднимаемся все выше и выше. Уже зашли в облако. Такая дымка, да? Вот. Уже идем по над самой скалой. Она вот прямо над нами. Весная скала. У нас дорожка вот такая, в камнях высечена. Хорошо, хоть дождя сейчас нет. Вот так. Продолжаем движение. И вот скала прямо нависает над нами. Вот такой вот булыжник. Прямо на нас. Мы идем вверх. Такая как пещера. Строения какие-то. Hello. Hi.
Выше на первый открывшийся пейзаж. Наконец-то мы увидели чего-то. О, джунгли и облака. Красиво. Класс. А вот и лежащий Будда. Классно? Да. Хоть и по дождику, да, и погодка такая, но кайфово. Вот так. Так, пойдем дальше к вершине. Так, вот наш путь продолжается. Заходим как маленькие джунгли такие. Здесь прямо озера под камнями. Да. Дорожка такая интересная. Куда? Не, Лен, вот, сюда. Вот дорожка. Опа. Да, дорожка такая. Не скучная. Тут не уснешь. Дальше я, наверное, фотик уберу. Вот мы шли-шли, и до вершины мы не дошли, потому что шел сильный дождь. А вот здесь такой пролет. Очень скользкие камни. Только что ребята спускались, чуть не упали туда в ущелье. Вот. Поэтому я попробовал залазить, даже туда, когда лезть вверх, очень скользко. Ну что ж, немножко мы не дошли до вершины, где-то она вот там. Ничего страшного, жизнь и здоровье дороже. Правильно? Спасибо.